У нас ужин, и смотрю вебинар Алины Шаманской. И сходит с ума кто-то. Кто-то сходит с ума. Нельзя. Нет. 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 Фу. Фу. Я на тебя не буду кричать, но я буду строго говорить. Да. Не надо так делать. Нет. Фу. Да. Я очень мягкий человек. О, сейчас пойдет что-то сделает. Вилли, 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 Вилли. Какую-то пакость же сделает. Чё ты здесь грызёшь? Ну? Какую пакость ты сделаешь? Фу! Нет, нельзя тут делать так. Фу! Фу! Ты ещё ребёнок? Мне тебя жалко, да. Но не до такой же степени. Фу! Вот это просыпается бешенство. Бешенство просыпается в 9 часов вечера. Что характерно. Сиди. Умница. Сиди. Молодец. Молодец. Угу. Да, сейчас... Хейтеры нам напишут, что я тебя обижаю. Нельзя углы грызть. Нельзя. Все, не будешь ты это делать. Отпусти. Фу. Фу. За это будет кто-то получать. За это будет кто-то получать. Кто-то будет за это получать. Кто? Кто? Закрасил, мне все можно. Мне все можно. Вот так ему что-то так нравится на спине. Он прям успокаивается. Да? На ненадолго. На ненадолго. Ночью спать будем, не? Нет. Пеленку эту поменяю на ночь. Тут у него погуляться, поесть, погуляться, поесть. Главные цели в жизни, да? Вебинар Алины Шаманской. Ты тоже хочешь посмотреть? Ну давай я тебя подниму. Только ты же не кусайся. О, выдергивается. Так, по клавишам мы ничего не нажимаем. Ноутбук мы не грызем. Виленок, 10 часов вечера. Смотри, какой у меня у тебя шарик есть. Смотри. Я тебе купила польская вот эта вот игрушка. Она так пахнет ванилью. Ну, сейчас посмотрим, как она ему понравится. Нет, нет, да нет. Не зашла, да, что-то? А, не зашла. Ага, даже понес. Ого. Я первый раз вижу, чтобы игрушка собачья пахла вот ванилькой. Пусть немножко поиграется, уже ночь. Сейчас читаю комментарии, мне все пишут про то, что я взяла собаку только... Сюда. Только для контента. Но хочу сказать, что в последние, ну, последующие, вернее, дни, конечно, больше видео будет с ним, потому что сейчас он мой центр вселенной, я вся... Вся с ним, вся ему посвящена буквально, хотя я завтра работаю, поэтому надо как-то этот момент с ним решить, договориться. Я ж умею договариваться. Вот понравился ему, кстати, этот шарик, видите? Вкусный. Не хочу, честно, вообще отвечать на какой-либо негатив. Люди имеют свое мнение, и я хочу сказать, что у него есть все, и у него будет все, что ему. Все, что ему надо. Сейчас зубки меняются, чешутся, да? Как мы сегодняшнюю ночь проведем, а, Вилли? Будем спать или нет? Он так пахнет, этот шарик ванилью, что я не могу. Да. Кстати, стоит недорого что-то около 50 гривен. Такой интересный. Мне кажется, очень классно, что такие кадры останутся в памяти. И это есть первоначально в жизни, чем любые материальные блага. Я буду ему еще игрушки покупать. У него будет все, что он захочет. 6 утра. 6 утра. Я хотела поспать до 8.
Шесть утра. Шесть. Ну, кстати, он сегодня ночью лучше спал. Он сегодня рядышком, он меня целовал ночью, я помню. Игрушки нас не устраивают, да. Мы поиграли с игрушками, но рука лучше. Фу! Фу! Охотник. Охотник. Не нравится Вилли людям наши руки, но ничего, потерпят. Я хочу еще сказать, там есть одна женщина, которая очень сильно любит контролировать. Я уже говорила, прививка будет или 18-го, или 19-го числа. Скорее всего, 19-го, потому что 18-го, скорее всего, я работаю. Фу! Вилли, фу, я сказала. Ну, он когда разыграется, его все уже не останови. Все. 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 Я тебя победила. А, нет. Не победила. 19-го числа. И не надо меня контролировать. Мне это, знаете, я могу даже в ответ... Уже если она то пошла нахамить, потому что это уже реально какой-то контроль. Раз написала, два написала. У меня были собаки, я знаю, что нужны прививки. Я знаю, что все нужно делать вовремя. И я знаю, что это не игрушка. Да. Да, это дитё, дитё. Тихо, фу, 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 фу. Разошёлся, разошёлся. Сейчас вытянула ему... кефирчик. Вы написали, что нельзя греть вот в воде, как я грела вчера. Вытяну, он немножко примет температуру окружающей среды. И будем кушать, да, Вилли? Рано еще кушать. 6 утра. Все. Игры закончились. Доброе утро, наконец-то. Уже более основательно. Вильча. Вильча. Писет на пеленку. Давай. Ты молодец. Или нашел свою любимую игрушку. Мое утро началось, конечно, сегодня немножко раньше, но воду пью я только сейчас. И будем готовить завтрак. И для тебя тоже завтрак будем готовить. Что такое? Что? Так внимательно слушает. Он очень любит, я ему включаю видео. Он очень любит слушать, так смотреть. Пеленку не грызем. Он очень-очень умный мальчик, даже несмотря на то, что там с ним сюсюкаешься. Не-не-не-не, Вилли. Сюсюкаешься или там еще что-то, он очень умный мальчик. Я сегодня работаю, поэтому сейчас мы с ним разгуляемся. Покушаем. Сейчас он должен пописать. Не-не-не, иди сюда. Все. Сейчас он пописает, мы с ним разгуляемся. Мне, кстати, вот тут вещи постиранные нужно поскладывать сейчас. Надеюсь, он уснет. Я помою. О, штору нельзя тянуть, штору нельзя тянуть. Бля, фу. Не тянул пару этих дней. Поубираю чуть-чуть, приберусь. Если что не успею, то уже вечером. Вечером, диспетчером. Мышку свою грызи. Вот, а он, надеюсь, будет послушным сегодня, потому что сегодня уже работа. Work time. Сейчас завтрак свой и величину покажу. Все, у нас утром кефирчик с творожком. Сейчас будем... Ой, как наедимся, да? Пеленку читала, комменты ваши, пеленку потом уберу. Пусть уже сейчас стоит. Я вот такую купила пока временно. То, что было. Так, вот это по моему завтраку. Два хлебца со сливочным сыром. Даже не даст огурец нарезать, ну. И чай. Все. Всем доброе утро, приятного аппетита. Что ты тут уже наделала? А ну быстро рассказывай, быстро говорю. Уже пописал, покакал, только что убрали. Все. А где шарик? Где шарик? Можно я позавтракаю? Ты уже поел. А я? А я тоже хочу. Лучший диетолог. Я вчера себе сторис выкладывала. Лучший диетолог. О, ребята, чай заваривается. Вилли еще не уснул. Не грызи матрас. Вилли, мы на полу тогда спать будем, если грызешь матрас. Я хочу сказать, как кардинально может поменяться жизнь ваша в присутствии вот такого вот маленького чёда. Я даже одеться утром не могу.
Не то, что поесть. Ну, сейчас будет лезть наверх, на вершины. Ай, 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 слон. Ай, раздевают, всю одежду снимают и все. Жизнь моя очень сильно изменилась, начиная с распорядка дня, заканчивая то, как может проходить мой день, в принципе, сейчас. Конечно же, он будет расти, взрослеть, и это все будет меняться, но там даже до мальчей, ну, как сказать, малейших каких-то там, вот вчера пошла в душ, он спал, думаю, пока спит, схожу в душ. В общем, только я включила воду, прибегает чудо, Юда. То же самое, как ночь, как спишь, как то, что ты не один. Вот очень сильно кардинально меняет то, что кроме тебя еще есть кто-то, за кого ты берешь ответственность. Фу! Фу! Бля. Он очень больно, он когда разгуляется, он очень больно кусается. Там я видела, писали то, что там игрушки. Ему игрушки потом не интересно. Ему интересна рука. Вот рука, вот прям вот. Ай! Ай, говорю, ай. Надо, я читала про то, что там и Дарина Свит, кстати, подписалась, спасибо, буду ее смотреть. Читала про то, что надо вот, ну, конечно, не наказаниями, да, там, а игрой. О, гля. Он вообще такой умный, он, получается, залазит на крышу своего домика и залазит на кровать, что вы думали? То есть ему даже уже проситься не надо, он уже все прекрасно делает сам. Утренние бесилки, сейчас мы побесимся, Кристина пойдет работать, а Вильчик будет спать. Все. Может быть, не все сказала то, что хотела, но думаю, еще скажу. Поэтому всем хорошего дня, ставьте нам лайки, ой, особенно Вилли. Ой. Спасибо вам большое всем. Пока.